старался ее выйти, но эту натянуть, она все равно кажется мягкой, грязной, и поэтому судьи очень маленькие оценки ставят за скакалку, потому что она без конца. Надо, чтобы узелочки были в ладошке спрятаны. Многие гимнасток не получается. Не хватает времени, чтобы спрятать узлы, поэтому это каждый раз сбавка, сбавка, сбавка. От этого такие оценки. В этом смысле, я имею в виду в смысле оценок, как скакалка сродни ленты. Да. Тоже бывает общий уровень оценок несколько ниже, да, чем за остальные предметы. Каждый раз. Молодец, что взяла мяч, когда ее уже ухватился за красную линию. Каждый раз. Очень часто вот эта ловля, на которую потеряла, она очень часто гимнастки теряют на таких ловлях. И мы видели предыдущую композицию, когда девочка за площадку потеряла точно на такой же ловле. Да вообще... Остерегаюсь это говорить, но все-таки скажу. Иногда бывает так, что потери имеют характер эпидемии. Если девочка одна потеряла, то вслед за ней выступающие очень часто теряют тоже. Может быть, это какая-то атмосфера определенная. Они же не смотрят выступления друг друга, правда? Не смотрят, я думаю, это уровень энергетики. Вот я в такое не верю.